2018 год пройдет под покровительством собаки. Наконец, после двух огненных лет нам приходит символ, который управляет Землей, да еще желтого, золотистого цвета. Цвет и планета будущего символа позволяют надеяться. Накал страстей и горячих чувств, присущие огненным петуху и обезьяне, скоро сменится покоем и равновесием. Ведь, как известно, собака – очень мирное, доброе и ласковое существо. Как этот лабрадор Ванесса. По словам ее хозяйки Жанны Лепешкиной, собака души не чает во всех членах семьи. Она приносит нам только радость и счастье. И вот честно, я вот уже не представляю, что бы мы делали, если бы у нас ее не было. Потому что она нам дарит море положительных эмоций. А чем больше радуются хозяева, тем лучше собаки. Каким-то непонятным образом эти животные чувствуют настроение домочадцев. И, кстати, не только это. Они очень сильно все чувствуют, изменения погоды. Там, если сейчас дождь пойдет, например, он начинает суетиться. Вот, и уже как бы домой просится. Умение давать знаки своему владельцу делает собаку отличным помощником незрячим людям. Перед тем, как стать поводырем, таких псов несколько месяцев учат сопровождать и специальным командам. Но уже у хозяина мастерство оттачивается. За полгода лабрадор Стар запомнил все основные маршруты и готов отвезти Алана Гусова, куда он скажет. Куда-обратно 6 остановок, там мы можем, я говорю, и до набережной. Ну, куда его научу, куда мне надо. Дети у меня в школе, на кружки. Ходим и провожаем детей, как и все, чтобы с детьми было все нормально. С такой большой собакой и папой никто не страшен. Кстати, из четвероногих получаются хорошие помощники и для полицейских. В отличие от спокойных поводырей, кинологам требуются активные и любознательные щенки. Именно такой 2 года назад была немецкая овчарка Амфирита, или просто Амфа. Теперь она готова к борьбе с преступниками. Она уже знает, умеет все, знает запахи взрывчатых веществ, умеет их распознавать и обозначать. Вот они теперь вдвоем будут работать, оберегать покой граждан. Вот сейчас начинаются елки, будем уже перед елками, значит, у нас будут обследования. Работы в ближайшие 10 дней будет много. Новогодние каникулы русский народ любит проводить весело. Праздник же, причем один из самых любимых. Астрологи советуют встречать Новый год в компании родных и друзей, чтобы угодить собаке символу и расположить ее к себе. Собака – это самый преданный и верный друг для человека. Я так думаю, что год будет у нас очень хорошим. Будем надеяться на то, что собака нас не подведет. Юлия Калинина, Виталий Осипов, Антон Шишкин, Илья Харитонов, Тверьград ТВ.